Здравствуйте, в эфире программа «Подробности», и сегодня у нас пойдет речь с гостем, с Мариной Владимировной Кощеевой, председателем Рязанского отделения Паралимпийского комитета России. Здравствуйте, Марина Владимировна. Первый вопрос у нас прежде всего про Паралимпиаду в Сочи. В минувшие выходные прошла эстафета Олимпийского огня, Паралимпийского огня в городе Сасово. Вы там, наверное, были. Вот поделитесь своими впечатлениями, ощущениями. Да, только что отгремели салюты и фейерверки от Олимпийских игр. Да, и 26 февраля уже стартовала эстафета Паралимпийского огня по стране, которая продлится в течение 10 дней. И сегодня в Сочи зажгутся те огоньки, которые были зажжены в каждом регионе, в тех 46 регионах, в том числе и наш, из города Сасово, Рязанской области. Если вы были, или кто из зрителей присутствовал на этом грандиозном мероприятии, историческом мероприятии, это прошло все замечательно, на мой взгляд, все очень трогательно и незабываемо, не только для самих факелоносцев, не только для тех волонтеров и тех, кто готовил, но и для зрителей и гостей этого мероприятия. Вы сами участвовали в эстафете? Вы сами бежали? Да, я была факелоносцем. Это, конечно, совсем неописуемое ощущение в душе и честь, которую удостоили. И я, конечно, воспринимаю это в первую очередь как заслугу всех наших паралимпийцев, того паралимпийского движения, которое мы развиваем в регионе. Вот. И, конечно, это, думаю, что действительно всю жизнь в памяти и осознание причастности к истории. Вот вы коснулись паралимпийского движения в Рязани. Давайте немножко об этом поговорим. Насколько у нас сейчас оно хорошо развито? Достаточно активными темпами, я так понимаю, оно сейчас у нас развивается. Уже даже есть спортсмены-паралимпийцы в сборной. Это правда? Да, паралимпийское движение, оно вообще молодое, в России и в мире, в принципе, если Олимпийские игры, мы знаем, начинались еще до нашей эры, и там продлились 1000 лет, и были только возобновились в 19 веке, то говорить о таких масштабах паралимпийского движения невозможно, что первые соревнования, подобные паралимпийским играм, были проведены в 1948 только году, в Лондоне, то в России паралимпийское движение развивается чуть более 15 лет. В прошлом году мы отмечали 15-летие Паралимпийского комитета. И за эти годы постепенно, потихонечку мы в регионе развивать адаптивный спорт. Сегодняшние итоги 2013 года, это уже такие первые, с одной стороны, первые значимые, но и в то же время уже мирового уровня значения и достижения наших паралимпийцев. Одно из них из летних видов спорта – это Богачева Мария, чемпионат мира по легкой атлетике, в толкании ядра она установила мировой рекорд. Совсем недавно, в феврале, прошли зимний чемпионат России, где Маша улучшила свой рекорд на 4 сантиметра. Почему эстафета паралимпийского огня прошла именно в Сасово? Потому что Маша у нас уроженка города Сасово, и было предпочтение отдано именно этому городу в связи с тем, что все условия для занятий спортом для лиц с ограниченными возможностями, возможно, на базе «Планета спорта», того замечательного спортивного сооружения, которое построено в городе. И на зимних паралимпийских играх наши первые звездочки, которыми мы гордимся, это Коновалова Светлана и Проньков Александр, которые будут участвовать в лыжных гонках и биатлоне. Мужских и женских там есть свои дистанции, есть длинные, где короткие. Конечно, где именно, в чем, пока мы не можем знать, потому что это уже тренер поставит, на какие дистанции. Но очень надеемся, что в эстафете Саша примет участие. Его наилучший результат, он у нас совсем юный, его лучший результат – это пока только спартакиада России. А для Светы мы надеемся, что фортуна ее не оставит в стороне, и она бронзовый призер Кубка мира, и надеемся, что будет в призерах и на Паралимпийских играх. Угу. Вот вы упомянули наших рязанских паралимпийцев. Где они тренируются? У нас есть в Рязани базы для тренировки, в принципе, уже спорт высших достаточно достижений. Насколько хорошо развиты у нас базы?
Да, правительство Рязанской области уделяет огромное внимание развитию физической культуры и спорта, в том числе строительству и укреплению материальной базы спорта. Да, построены прекрасные спортивные комплексы, и каждый комплекс он доступен для занятий лиц с ограниченными возможностями. И так получилось, что в таких районах, как Михайловский, Шиловский, Рыбновский, в городе Рязани на базе детской спортивной школы ЦСКА, там, где открыты вот эти ФОКи, были открыты ставки по развитию адаптивной физической культуры. И каждая спортивная школа, которая образована на базе этих ФОКов, стала развивать свой вид спорта, какой более приемлем. Если в Шилово развивается у нас боча, да, и плавание, то в Михайлово в основном это легкая атлетика, настольный теннис. Вот. На базе ЦСКА детской спортивной школы развивается легкая атлетика, боча, спорт велотандем шоссе. Это для людей с ограниченными возможностями по зрению. Вот. Есть команда у нас по Б2 и Б3. Это футбол среди слепых. Ребята сейчас готовятся к участию в первом туре первенства России. Вот, есть команда на базе «Звезде» футбол среди лиц ДЦП. Сергей Лутов возглавляет. Так что вот уже так мы массово и как бы крепко стоим на ногах, что надеемся, что мы будем участниками не только вот первый раз, как на Паралимпийских играх в Сочи, но и на Бразилию. Вот вы упомянули о видах спорта, что достаточно много уже паралимпийских видов спорта у нас культивируется. Но соревнования проходят, я так понимаю, не очень часто. Вот планируется ли как-то увеличить график? Поняла. Если раньше, да, мы были рады, что у нас кто-то есть один, например, 2-3 человека там, в пауэрлифтинге, в легкой атлетике, и этим ребятам доставалось право представлять Рязанскую область на чемпионатах первенствах России, то теперь, буквально вчера у нас завершился первенство и чемпионат области по легкой атлетике, в котором приняло участие столько спортсменов со всей области, да, в количественном соотношении можем точно сказать, что их было больше, чем среди здоровых. Да? Вчера Маша Богачева установила рекорд в метании диска. Рекорд России. Вчера у нас два человека выполнили норматив кандидата в мастера спорта и много разрядников. Поэтому мы уже не считаем, что у нас мало соревнований своих. В этом месяце у нас сборная после вчерашнего отбора поедет на чемпионат России по метанию в городе Сочи в конце марта. Также в этом месяце после отборочных соревнований 17 марта сборная Рязанской области поедет на первенство и чемпионат России по боче. Также будут представители Рязанской области на чемпионате России по настольному теннису, сборы по велотандему шоссе и участие в Кубке России в Майкопе. Так что у нас очень уже большая программа, и мы надеемся достойно ее представить регион на российском уровне. Всегда возникает вопрос о поддержке спорта. Не только, как сказать, ну, для здоровых людей, но и для людей с ограниченными возможностями, но неограниченными силой воли, что, как говорится. Да, вот. Да. Она, кто помогает? Городская власть, областная администрация? Может быть, какие-то есть уже спонсоры, что ли, как так сказать? Как сейчас? Вы чувствуете ли вы, в общем, вы поддержку? Мы чувствуем поддержку со стороны областной правительства, с городской администрации, понимание и готовность всегда помочь, прийти на помощь. Как я уже говорила, помимо того, что открыты ставки, отделения на базе детской спортивной школы ЦСКА приобретены два микроавтобуса, где доставляются ребята с ограниченными возможностями на тренировки. Благодаря этому транспорту выезжают на всероссийские соревнования. И, в принципе, все делается. Вот пока даже, как говорится, жаловаться не на что. В перспективе, конечно, открытие спортивных школ, потому что уже массово развивается. Если это будет, то это будет еще более значимые результаты. А самое главное, что мы даем возможность людям, да, социализировать себя в обществе, да, найти занятие себе по душе и
в принципе, спорт среди лиц с ограниченными возможностями позволяет улучшить свои физические качества. Порой иногда даже такие случаи бывают, что после реабилитации посредством физической культуры у людей снимают инвалидность. Напомню, что мы беседовали с Мариной Владимировной Кощеевой. Это председатель Рязанского отделения Паралимпийского комитета России. До свидания. До свидания.